Всем большой привет! Меня зовут Сулу. Я рада вас приветствовать на своем канале. Здесь я с вами делюсь своими готовыми работами, снимаю для вас мастер-классы и рассказываю много интересного о вязании. Сегодня я вам расскажу о своих готовых работах, которые я связала за вторую половину октября. Если вы хотите посмотреть, что же я навязала, то, конечно же, продолжайте смотреть. Сегодня я вам покажу всего 4 работы, 4 игрушки, которые я успела за это время связать. И первая из них — это вот такой мишка. Это уже не первый мишка, связанный мной. Я их очень люблю вязать. Это мое самое первое описание. Оно есть уже на канале. Я вам оставлю ссылку под видео. Вы можете перейти и посмотреть или связать такого медведя. Он связан из пряжи Янард Джинс. Коричневый цвет — это номер 70. Он, по-моему, называется шоколад. А вот этот ярко-бирюзовый цвет — это цвет номер 55. Джинсы я вяжу крючком 2,5. И вот такой вот медведь получился. Глазки у него, кстати, на безопасном креплении 8 миллиметров. Носик вышит остатками черной пряжи. Вот такой прелестный, красивый медведь. Я уже не помню точное количество, сколько я их вязала, но я их очень люблю, этих мишек. Это мишка-мальчик. В дальнейшем у него здесь будет шарфик. Я его еще не успела связать. Будет такой мишка в свитере с шарфиком. Следующие 3 игрушки — это такой особый заказ. Заказывала его фотограф для съемки новорожденных. И первая из этих 3 игрушек — это вот такой мишка. Такой пушистый, классный. Вот такой. Маленький. Ладошку вот такой. Связан он из пряжи Нака Париж. Вот такая пряжа. Здесь 60% полиамид и 40% премиум акрил. 100 граммах 245 метров. Кому интересно, номер цвета 4129. Все уже знают, наверное, эту пряжу. Это пряжа такая с пушком. Очень мягкая, очень приятная. Игрушки из нее получаются просто замечательные. Пушистые. Их можно начесать побольше. Тогда прям пух будет еще больше. Но я не стала сильно начесывать. Он и так, в принципе, неплохо выглядит. Вот такой мишка. Описание мое. Вязала его сама. Вот такой мишка получился. Следующие 2 игрушки — это просто моя любовь. И первая из них — та-дам! Кукла. Первый раз вязала я куклу. Это просто нечто. Как их люди вяжут. Ну как, саму куклу связать несложно. Сложно связать аксессуары. Это, во-первых, платье на спицах маленькое, реглан. А волосы — это вообще отдельная история. Каждый волосок надо крепить в каждую вот эту вот... Здесь, да, между столбиков, это вообще целая история. Вот так вот выглядит
сзади такие волосики. Эта кукла связана из пряжи Янар джинс белого цвета. Платье это у меня были остатки Ализе, как она называлась? Ализе Дива. Простая, не стрейч, а простая, которая силк эффект такого розового цвета. Этикетки нету, поэтому номер сказать, увы, не могу. Вот такое платьишко, реглан. Сзади платьишко я сшила. И узелок спрятала вон там. Внутренней стороне. Так вот выглядит кукла. Вообще я раньше куклы не вязала. Эта девушка дала мне фотографии. Сказала, вы можете связать такие подобные куклы. Ну я вот постаралась, как смогла, связать такую маленькую куклу. Теперь маленькие малышки новорожденные будут фоткаться. А волосы, кстати, я вязала из итальянского мохера. Я уже не помню название. У меня есть бобина. Вот такая бобинная пряжа была мной использована для волос куклы. Это итальянская пряжа. Я ее покупала давно для своего джемпера. Вот так вот она расслаивается. Она состоит из ниточек нескольких. Две нити мохера и одна такая вискоза с люрексом. Вот я ее вот так расщепляла, затем эту махеровую нить делила на кусочки и крепила к голове. Я вам подпишу название этой пряжи, я уже не помню состав, название, все будет подписано. Вот такие волосы получились. Вторая кукла. Это вот такая милая в голубом платьице. Сама кукла также связана из Янар джинс. Кукла с плюшки. Платье из тоже джинса, только вот такого ярко-голубого цвета. Волосы это пряжа пехорка буклированная. Вот так выглядит пехорка буклированная, которая использовалась для волос этой куклы. Здесь 200 грамм 220 метров. В составе 30% мохера, 26,5% акрила, то есть полушерстяная, да, пряжа. Вот такая вот она букле. Мягкая, я думаю, из нее получится неплохая повязочка, шапочка или даже какая-нибудь жилеточка. Мне понравилась, в принципе, на ощупь она приятная пряжа. Вот такая. Цвет 377 кофейный. Вот так вот я сделала ей два хвостика. Вообще эта пряжа очень прикольная, но ее очень сложно цеплять вот здесь вот к голове. Она такая пушистая, ее, во-первых, сложно из между столбиков протянуть, а потом как-то ее закрепить очень сложно. Но вот я постаралась, и они очень хорошо таки держатся. Вот такие куколки с плюшки две у меня получились. Не знаю,
буду ли я еще вязать куклы, потому что это очень тяжело, трудоемко. Но я очень довольна результатом, что у меня получилось. И это все, что я вам хотела рассказать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не пропустите следующие видео. Пока-пока!